Накануне в киноцентре «Октябрь» открылся международный кинофестиваль документального кино «Докер». Фильмом открытия фестиваля стала немецкая картина «Россия с неба» режиссеров Петра Хёфера и Фредди Рёкенхауса. Картину на премьере лично представил режиссер Фредди Рёкенхаус. Также приветственное слово гостям и участникам фестиваля сказал посол Федеративной Республики Германия господин Рюдигер фон Фрич. Ведущими церемонии открытия фестиваля «Докер» стал актер Тимофей Трибунцев и Анастасия Грищенко. Открытие фестиваля посетили Кирилл Плетнев, Юрий Колокольников, Илья Глинников, Светлана Камынина, Сабина Ахмедова, Таисия Вилкова, Наталья Лесниковская, Иван Твердовский, Дмитрий Хрусталев, Марк Богатырев, Мириам Сихон, Карина Андаленко, Олег Асадулин, Сергей Мокрицкий, Рана Кубаева, Алиса Толкачева, Елена Гликман и другие. Фильм «Россия с неба» по размаху можно сравнить с эпохальным домом Люка Бессона и Яна Артюса Бертрана. Это беспрецедентная попытка профессиональной международной команды с высоты птичьего полета продемонстрировать безграничные просторы и поражающие воображение контрасты нашей страны. В фокусе пустынные ландшафты, впечатляющие метрополии, дикие животные, таежные леса, холода Сибири и многое другое. Это Россия, какой ее еще никто не видел, снятая с вертолетов лучшими в мире аэрокинооператорами. «Докер» — это международный кинофестиваль, демонстрирующий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы документального кинематографа, отобранные с разных уголков света. В этом году фестиваль пройдет в Москве с 3 по 8 апреля 2019 года. Параллельно с Москвой показы фильмов фестиваля пройдут еще в четвертых городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. В программе фестиваля – фильмы самых разных направлений, от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров. Кинохроники и мокюментарии до артхауса и научно-популярного кино, от классики до экспериментальных нестандартных форм, от интимных фильмов-портретов до монументальных картин путешествий. Это призеры и участники престижнейших киносмотров, таких как Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали, Санденс, Локарно, ИТФА, которые также называют документальными канами, и других. Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ – «Полный короткий метр», а также специальных секций «Доктерапия», все показы которые пройдут с последующим обсуждением с психологами и психотерапевтами. Индустриальная программа, включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели.